Помнишь того парня, который уехал со взводом пополнения? Иван Иванович Иванов. Тихий, малый. Небось, какой-нибудь фанат фантастики? Он оставил книгу, английскую новеллу под названием «1984». Что, она выпущена в этом году? Нет, ее написали лет 30 назад. А о чем она? Я не смог прочитать ее, она на английском. Но речь идет об утопии, когда весь мир стал коммунистическим. Ого, правда? Автор англичанин, так что я не думаю, что мы герои. Скорее всего, мне будет написано, что коммунизм — это зло. Может, он решил, что капиталистический мир по умолчанию лучше. Это не то чтобы единый коммунист, но это... Ладно, мне пора. Удачи.